чтобы провести зимние праздники в компании друзей и родных, а не на больничной койке, нужно соблюдать простые правила. Первое, что советуют доктора, это умеренность и сдержанность в употреблении продуктов и напитков за праздничным столом. Если в обычной жизни человек соблюдает диету, то отказываться от нее и нагружать желудок не стоит. Я все-таки порекомендую придерживаться этой диеты, которая у них их сопровождает всю жизнь. Но в новогодние праздники можно, конечно, себе позволить каких-то лишних блюд, продуктов. Единственное, я бы посоветовала проконсультироваться по возможности с лечащим доктором. Чтобы не переесть в новогоднюю ночь, не забывайте про обычные приемы пищи. Обязательно нужно завтракать, обедать и ужинать. Стакан воды, выпитый перед застольем, также поможет обмануть желудок. Начинать, конечно, лучше с продуктов, так скажем, правильных. Это может быть какая-то холодная закуска в виде тушеного мяса, запеченной рыбы. Откажитесь от жирной и калорийной пищи. Заправляйте блюда растительными маслами и соками фруктов. Потребляйте больше овощей. Овощи чем полезны? Они дают хорошее чувство сытости. Да, быстро утоляется голод. Клетчатка, она способствует пищеварению хорошему. Выводятся все, так сказать, токсины, которые будут в результате, так скажем, нашего переедания задерживаться в организме. Также специалисты советуют больше двигаться, гулять на свежем воздухе. И ни в коем случае не доедать салаты недельной давности. Чтобы не выбрасывать испортившиеся продукты, заранее спланируйте меню. Следуйте этим простым советам, и тогда гастрит, панкреатит и холецистит не испортят вам праздничных выходных. Елена Грицкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.